Меня зовут Большаков Виталий, и мы сегодня попробуем немножко пообсуждать, что же такое говнокод. Меня опять немножко подставила первая лекция. Как бы, в принципе, все уже отчасти понятно стало. То есть Руби — это говнокод. Ну вот то, что сегодня я видел, да, это немножко меня смутило. Несмотря на то, что на одном тематическом ресурсе по Руби на самом деле всего один пример есть. Но я так думаю, что просто рубисты стесняются выкладывать. Такое закрытое комьюнити. На самом деле, просто они не считают, что это говнокод. Да. Это нормально. Итак, давайте попробуем. Что такое говнокод? У кого-нибудь вообще есть какие-нибудь идеи, мысли? Это твоя работа. Что это такое? Код другого человека, не мой. Ага. Не обязательно еще... Код другого человека, да, правильно. Это код, который мне не нравится. Это код, который сложно понимать и поддерживать. Отлично. Давайте посмотрим. Начнем с классики, да? Индусский код. Понятие простить, да. Что такое индусский код? Это когда код пишут ради кода, ради его объема. Почему это люди делают, в принципе? Ну, потому что им платят за строки, видимо, да? Наоборот. Я думал, к этому не платили за строки, но он все равно его генерировал. То есть... Примеры, я скажу, далеко не всегда точно соответствуют тематике, да, но их можно понять. Да, все примеры тоже с тематического ресурса. Не видно? Побольше. Эх. Я думаю, экран большой, все поместится, да? Но я поясню. Тут сначала проверяется, есть ли что-то в массиве, а потом перебирается массив. Надо корректнее проверять, массив ли это, прежде чем перебирать. Хотя там нул может быть. А может быть, там офигенно работает оптимизатор, который код оптимизирует. Это же плюсы. Вот. То есть, что мы делаем? Это, на самом деле, не крайний случай. Крайний случай, когда мы пишем if true что-то там, например, else просто немножко кода, ну, чтобы набросить. Индусы славятся не только подобными конструкциями, но еще и особым подходом к дебагу. Сейчас опять будет немножко крайний случай, которым наверняка все грешат. Но я бы все-таки отнес тоже к индусскому способу. Это замалчивание проблем. То есть, когда мы видим какую-то проблему, чтобы приложение не падало банально, мы берем и просто ничего не показываем. А что делать? А если мы ничего не можем сделать? А почему мы ничего не можем сделать? Ну, мало ли чем мы там делаем. Ну, мы же люди, мы же программисты. Во-первых, мы можем по меньшей мере оповестить кого-нибудь о том, что возникла какая-то проблема, да, правильно? Что ты предлагаешь? В интернет пойти, в эксепшене, то есть в кэче в интернет идти, что ли? А там можно ссылку прям с открывал. Ну, как бы на данный момент достаточно много системы для трекинга и в интернете, и где угодно. То есть проблемы с этим нет. Ну, смотри, а если у нас ситуация, например, так, а если это бинарник где-нибудь на БТРе в Новороссии, что нам насрать? Например, у нас там нули есть, мы случайно где-то местами, где есть знакомые, которые для них... Действительно, случайно делим на ноль. Вот если нам просто, нам плевать. Вот как в питоне, например, конец итерации вызывает exception, да? Конец итерации вызывает exception, да? Да. Окей, так, хорошо. Да, если exception вызывает, обработчик вызывает новый exception, что делать? Просто проглотить. Понять и простить, да, ну вот они так и делают. Не, ну действительно, иногда... Иногда, да, но в целом, все-таки согласись, замалчивать какие-то ошибки в приложении – это некорректный подход. Я могу привести вполне один пример, где это работает. Это вот HTTP-сервер. То есть, если ты там не наговнякал, все равно ты должен поймать и выдать 500-очку. Окей, хорошо, HTTP-сервер поймать и выдать 500-очку. Ты ее должен выдать. Не, ну я говорю, поэтому весь хендлер, который... он весь заворачивает. Да, но ты ее должен выдать, правильно? Не, ну я говорю, там все заворачивается. Не проглотить. Ладно, а если там ситуация чуть может быть, потому что вырван из контекста, он сначала делает попытку номер раз, потом другой код, он его опять трахеч оборачивает, не вышло, у него третий. Окей, хорошо. У тебя код какой-то, который выбрасывает эксепшены, правильно? Да. Это твой код или какой? Сторонний код? Давай, моего друга. Хорошо. Ну, как бы в данном случае неправильно выбрасывать общие эксепшены. Моя подруга и ее друг, они как-то делали такое. Не, правда, если ты лазишь в сеть, там должен быть там connection error или что-то такое. Да, в том-то и дело. То есть, в любом случае, частный случай, да, можно перехватывать, как-то обрабатывать, например. А если ты использовал библиотеку какого-то человека, который бросает эксепшены по любому поводу?
Хорошо, и... ты используешь библиотеку человека, который бросает эксепшены по любому поводу. Тебе все равно лучше знать, когда он их выбрасывает, правильно? Ну да, но если меня да. не волнует, вот я посмотрел его код, и думаю, вот индусов тоже не волнует. Нет, ну что такого сделать? Но у них две руки, две ноги. Никакой дискриминации, если что. Нормальные люди. Вообще в Java есть специально игнор, можно написать вместо exception, игнор, даже корненько не кинет, что как бы намекает. Java, если ты из эксепшн, ты пишешь. Java это как раз тот случай, когда эксепшн кидаются по любому поводу. Второй момент. Китайский код. О, я сегодня видел. Это тоже трудолюбивый код. Кто-нибудь сталкивался с тем, что это? Трудолюбивый, да, правильно. Очень трудолюбивый код. Вот небольшой примерчик. Обработка. Да ладно, часто такое. Ну понятно. Опять же, это плюсы. Ну, тут речь о том, что сделать можно часто. Вопрос там, нужно ли? Подожди, вопрос, нужно ли в языке плюсы, то есть когда вы уже пишете на плюсах, все, что вы делаете, мне кажется, поэтому не нужно. Если тебе надо прошивку, в которую 2 килобайта вмещается, и надо как-то вот пихнуть. Не знаю, питоне. К этому мы перейдем попозже. Что у нас еще есть? Голландский код. О, я только такой генерирую. Я такой пишу, оформатированный по правой части. Тоже такой небольшой примерчик. Это JavaScript, если что, попроще, чем с плюсами. Прикольно. А покажи, как это... Не сталкивался я с JavaScript? Как превратить нормальный действие? Как произойдет нормальный? А ну, что здесь смущает, я так спрошу? Что здесь неправильно? Что здесь неправильно? Возможно, многократный вызов парента. На самом деле, если отталкиваться от JavaScript, я бы использовал, например, какой-нибудь closest. Один. Что или, если HTML-ка или... поменяется, придется делать вот try catch. Это же другой да. кейс, это change request, мне кажется. Здесь такого, то, что человек выбрал элемент, а потом от него движется до хера сюда. И куда он придет, непонятно. Ок, парсеры приходилось... И что? То есть ты считаешь, что если Яндекс виджет, то все ок? Нет, что там внутри неименомный? Див, неименомный. Как вас зовут? Ага. Это значит, надо сразу верстку делать так, чтобы... Ты на чужом сайте. Нет, я на чужой сайт. Ну, это заведомый конструкт. Показывает тебе, как... Ну, правильно, да. Если это чужой сайт, ты хочешь с него... В целом, все-таки считаю, что надо... Знаю, да, примеры немножко натянуты. Если это чужой сайт, не спорю. Костыль, то можно изначально проставить, найти этот диф, еще... То есть где-то в другом месте сделать ровно то же самое. Да, ну один раз, а вдруг у тебя дальше идет... Впрочем, нифига не факт, потому что, во-первых, они кэшируются, эти запросы, а во-вторых, запрос по айдишнику будет быстрее. Может, это работает? Да. Может быть, это работает. А вообще, мне кажется, там у парента есть аргументы, парент какого уровня можно запросить. Нифига его там. У парента нет. Ну, можно, по крайней мере, определить такую функцию. Можно за манки пасть. И внутри этой функции написать то же самое. Ладно, это еще немножко функция. Национализма оставлю. А почему это голландский? Ну, потому что тут как бы вопрос в том, что они принимали, да, когда я это думал, делали. Голландский — это когда строка, и в ней делается косяк. Вот очень много всего. А как... Нет, тут вопрос скорее, когда возникает вопрос, зачем они это сделали и почему. Мне понятно зачем. Да, и мне понятно зачем. Хорошо. Я же говорил, это то, чем мы занимаемся. Вот еще есть вот такой вот момент. Он прямо вот совсем по-русски. В принципе, вроде бы ничего страшного, да, но не знаю. В чем проблема? Он просто русский. Язык такой. Наверное, потому что у тебя поля это присваиваются, при этом у тебя записи русские, они в массиве, они это... Нормальный код. Не, ну это нормально, я вот на 1С херачил. Не, ну понятно, те, кто херачил на 1С, это все принимают очень спокойно. На каком языке у тебя написаны эти штуки? Можно смайлики сейчас. Не, там, между прочим, я объясню. Давай. DNS поддерживает английский язык. Там все методы... Ничего себе.
и русский, английский, можно по-английски писать. На C-Sharp можно define сделать. Просто define можно сделать практически где угодно. То же самое PHP вполне можно себе использовать русские символы, только это приводит к очень интересным проблемам. Define как в C. Define true false. Ладно. Так а что делать? А как избавиться? Как избавиться? А никто не говорит, что от этого можно избавиться. В некоторых случаях, мне кажется, невозможно. То есть, если ты как бы начал работать с 1С, то тут остается только понятие простить. Тут можно смотреть, честно запись скажу. Можно создать вот, в фигурных скобках, и не запись точка поля делать объявление, а в фигурных скобках создать нормально. Это тут у тебя зрение. Нет, смотрите, я даже могу сказать, что здесь косяк. Косяк здесь то, что здесь разница. От сохранения одной записи начинается транзакция. Как бы здесь смысла нет. Вот оно что. Почему? Может быть, это вложенная транзакция? Ну, нет, просто... Нет, это обычный нормальный код. Ты создал UTR записи пустую. Заполнил ее поля. Да. А потом ты записываешь рамку ResBank. Просто ради этого транзакцию написать нужно. Ну, это совершенно нормально. Ну, ладно, как бы национальные особенности мы посмотрели. Пойдем дальше. Эмо-код. Да. Я такой код пишу. Собственно, основной вопрос к эмо-коду — это когда человек очень эмоционально подходит к процессу и начинает оставлять комментарии. Много комментариев. По любому поводу. Для сайтов, которые сделаны на C-Sharp, мне тоже хочется оставить комментарии. Неужели их никто не почитает? Ну, у меня случалось в проектах встречать очень странные и очень эмоциональные комментарии. Я их здесь не буду повторять, потому что все-таки мы записываемся. Здесь ищется JavaScript через Xpath. А что дальше? И валится, наверное. Просто Виталик и мой код. Сколько раз в исходниках? Ну, я думаю, здесь тоже все понятно. То есть, казалось бы, это, в принципе, какие-то такие, ну, не знаю, классические, не классические примеры того, как, в общем-то, наверное, не стоит делать. Но люди делают и как-то с этим нормально живут, в общем-то, опять же. То есть, а вот без комментариев этот код, он вообще, как, вот, ты можешь? Без комментариев он тоже немножко непонятен. С комментариями, в общем, у нас тоже. С комментариями просто понятно, что в нем ничего не понятно. Я смущаюсь, что там рейджик, да, наконец-то я нашел какой-то пример, который всех устроил. Super Magic Value 1. А как это назвать еще? Это гребаный C-Sharp. Это C-Sharp? Нет, он парсит что-то сгенерированное на... Ну, то есть он парсит сайт, который на .NET сделан. Она нумерована. Там переходы по ссылкам, это не просто переходы по ссылкам. Это отправки формы с кучей разных полей. А, я понял. И ты не можешь просто перейти по ссылке, как ты сайт сделан на .NET. Переменная Magic Data, да, уже. Но это... Все то, что сейчас показывалось, это как бы крайний случай на самом деле. То есть, ну, это какие-то вещи, которые, в общем-то, скорее уже в аналах истории упоминаются. Да, их можно встретить. Мы решили, что все норм. Вот это хочется отрефакторить. Слишком много строчек. Хочется поднять внятный консерв. Вот теперь перейдем к тому, как все-таки классифицировать говнокод, который, ну, не является с первого взгляда именно говнокодом вот в том понимании, в котором я показывал, да? От этих вот избыточно классических вещей немножко отойдем. О чем можно тут поговорить? Есть такое понятие, как антипаттерны. Ну, я думаю, так или иначе, все тоже должны были слышать о нем, потому что, ну, о паттернах все слышали, а антипаттерны, соответственно, это... Такие же самые паттерны, да, только которые вроде как не рекомендуется применять. Такие не понравились Виталику. Да, вот, например, золотой молот. Я слышу. Что такое золотой молот? Ну, у тебя есть молот, и все покажешь, как возьмем. А как это применить на практике? У тебя есть синглтон, у тебя все синглтон. Или, например, ты в бэкбоновской вьюпе на всех проектах фигачишься. Тебе это на бэкэнде. Все проекты надо. Отлично. Ну, на самом деле, в антипаттернах я хотел остановиться на более, опять же, таких классических вещах. Ну, это, я думаю, всем понятно, да? Да, мы знаем. Костыли и велосипеды.
Ну, то есть стандартный паттерн велосипеда, когда мы берем и делаем что-то, что уже сделано за нас. Или, например, есть паттерн квадратное колесо, когда мы берем что-то, что уже сделано за нас, и делаем это хуже. А может, тебе нужно квадратное колесо? Чтобы ездить по неровным дорогам, да. Может, ты по ступенькам ездить, но дорога вот такая. Да, только для этого нужно сначала подобрать дорогу еще, да? Не ты выбираешь дорогу. Ну, тут немножко классификации, да, то есть антипаттерны не могут как бы антипаттернами разработки. Это вот как раз, например, золотой молот, уже упоминаешь костыли, велосипеды. Антипаттерны архитектуры — это когда какие-то проблемы у нас непосредственно в архитектуру приложения уже проникают. И организационные антипаттерны — это скорее к менеджерам о том, как не стоит управлять процессом разработки. Например, как в команде назначается жесткая диктатура, вот, или что-нибудь вроде того. Пролетариата, да. Антипаттерн истеричка тоже, да, вполне подходит в данную категорию. Вот тоже немножко на кулинарную тему, возможно. Но я думаю, тоже все должны были сталкиваться с подобным понятием, как спагетти-код. Что такое у нас спагетти-код? Ну там на всякий случай вот для ценителей есть лазанья и равиоли. Ну это вот что-то вроде такого. То есть как бы изначально понятие спагетти-код относилось к коду, в котором было слишком много go-to. То есть это код... Чем плохо? Ты против go-to? Плюс надо что-нибудь носить без go-to. Но опять же, давайте не будем вдаваться в конкретные подробности. Нет, это когда нам трудно, когда мы берем какую-то часть проекта, и чтобы понять, как она работает, нам нужно пройтись по всему проекту вот так вот до конца этой макаронины. Необходимость разбить метод из тысячи строк. Методы на полэкрана. Кстати, да. Это код, у которого очень много зависимостей неочевидных, да? Да. У которых не то, что много неочевидных зависимостей, а... На тысячу строк все жило нормально. А именно в котором сложно разобраться и понять, что... К чему относится. Ну, да. Яркий пример. Копипаста тоже очень интересный антипаттерн, с которым, на самом деле, можно спорить. Ну, я думаю, вы описание там видите, да? Уже это копипаста. Мы же новое приложение, когда начинаем. Джанго, Нарелс, мы же копипастим. Многие копипастят, да. Все копипастят. Все копипастят. Вопрос нам, плохо это или хорошо? Кто может сказать, плохо это или хорошо? Нормально. Вот я просто сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией, что люди копипастят код и не думают, да. Это код помещается в голове. Два экрана — это нормально. С одной стороны, копипаст — это просто паттерн. Не делайте лишних абстракций. Потому что если мы что-то копипастим, значит, мы используем паттерн. Мы берем паттерн и его размножаем. Не всегда. Я не говорю, что это что-то плохое. Я говорю, что это может быть и не очень плохое. Это паттерн. Вот. Анти, это паттерн. Я хочу сказать, как минус. Как бы если преследовать распространение копипасты, то это увеличивает связность модулей. То есть, например, у нас есть класс, нам нужно дать вот похожий класс. То есть проще его скопипастить и создать новый, потому что если мы... Нет, на самом деле надо создать два абстракта, каждому из них интерфейс. Нет, если переводить к общему знаменателю, тогда придется выносить общую часть какой-то базовый класс, который должен хранить в каком-то отдельном модуле. Да. И тут сразу линковка, зависимость увеличивается. Само собой, зависимость увеличивается, да. Но с другой стороны, у тебя нет дубляжа кода. И, например, вот у тебя есть какой-то скопипаченный код, да? Тебе нужно внести в него изменения. Сколько раз тебе надо будет в него внести изменения, например, если скопипачить? А что, если скопипачить код, тебе надо внести изменения на где-нибудь высоком уровне выложенности. И?
И он ломает у тебя другие. Есть уже автоматизированные средства разработки. Греб. Смотри, что ты делаешь. А в Ruby вообще генераторы кода. Ну, про Ruby мы сегодня уже слышали, да? Главное, я проверю. Ruby говно. Shift-Command-F. Вот еще есть такой небольшой космический антипаттерн, да? Есть люди, которые очень любят разрабатывать, которые разрабатывают ради разработки. Все мы здесь. Правильно. То есть это происходит овер-инжиниринг, когда даже небольшой проект люди пытаются написать идеально. А сколько нужно классов, чтобы сложить два числа? Что? Что? Что больше? Мне кажется, визитор... Ну подожди, мне кажется, вы забыли про абстрактные классы. Нет, чего? А интерфейс объявит операцию? Интерфейс не класс. Видишь, честно. А это он как посмотрел. В общем, на самом деле стоит опасаться, на мой взгляд, все-таки ухода в перфекционизм, потому что это, как правило, приводит скорее к негативным последствиям. Ну, вот это тяп-ляп в продакшн. Надо копипастить. Да, тяп-ляп в продакшн. Зато работает. Уже. Ну, к чему это приводит, я думаю, можно представить, да. Все равно все получается плохо. А мне нравится. А потом приходит заказчик и говорит, что вот этот домик, который в середине, надо наверх перенести. На самом деле... Самый нижний перенести. То есть пока что мы рассматривали говнокод как некую абстракцию, да? Попробуем разобрать ее как часть именно процесса разработки. То есть я думаю, все, ну, может быть, не все, не знаю, но наверняка большая часть должна была... читать историю про то, как программисты строили дома. Да. Я не знаю. Если программисты строили дома, хорошо. В чем там была суть? Там были хорошие программисты. Но один из них решил строить дом из панели, а другой из кирпичей. Собственно, к чему это все привело, можете поискать в интернете. Да как можно не знать эту историю? Вот. То есть, на самом деле, то, что мы понимаем под говнокодом, будет так или иначе зависеть от команды, от людей, которые в ней работают. То есть, например... Ну, как скажешь. То есть, например, у вас есть команда, там, например, из 5 человек. Подожди, дай сразу определить, кто тот парень, который погиб. У вас есть команда из 5 человек. Он уже погиб. Среди них там, например, 2 сеньора, которые начинают строить проект каждый по-своему. 2 джуниора и 1 мидл. И женщина. Вопрос, как относиться к коду, который они пишут? На каком уровне он должен быть? На каком уровне абстракции? Хорошо. Вообще никто не сделает проект, потому что два сеньора разосрутся. Вот. Во-первых, ну первый. Не допускай двух сеньоров до проекта, да. Почему? Сразу знаете, что два сеньора строят проект вместе. Между ними как-то направление определено. Они один так, другой так. Вот именно. Нет, зачем? У тебя есть вот такая команда. Все. Ну, двое, все равно двое не смогут. Окей, хорошо. Но фишка в том, что каждый из них считает, что он главный. Ну, тут драка, нужно, по-моему, бой. Здесь бой на этих алгоритмах, которые не помню. Собственно, суть в чем? К коду в данном случае нужно подходить так, усредненно. То есть не стоит... Если в проекте работают джуниоры и сеньоры, ну, наверное, не стоит либо джуниоров посвящать те части проекта, которые разрабатывают сеньоры. Вообще, джуниор не человек. Либо стоит немножко приопускать сеньоров, чтобы они писали код как-то более понятно. Вот. Потому что иначе... Просто смешная как. Получится как-то так. Подожди, а что продали? Уже не сказано.
Если батву продали, ты второй нормально сделал. Не, ну суть все-таки в том, что когда работаешь в команде, уровень кода тоже должен быть средний по команде, потому что иначе будут проблемы. Безусловно, надо работать над повышением уровня, но не стоит придираться к людям по мелочам. Если в команде женщина, что же мы теперь должны как бы все писать вот так вот, потому что это девочка? А почему бы и нет, например? Ну, может, мы женщину поднимем до ранга человека, как бы научим нормально? Кстати, да, почему бы не, как бы, не параллельно не обязательно обучать джуниора? Да. То есть вот так, чтобы джуниоры у тебя писали лучший код. Да, раз в неделю мы так устраиваем. Если у тебя джуниор пишет лучший код, он пишет. Так вот не надо приопустить. Раз в неделю устраиваем. Этапчик. Об этом чуть попозже. Я сейчас хочу обратить внимание на то, что как бы есть определенный уровень там, да, жертвовать качеством кода, да, разнишь людей, это не будет говнокодерством, это будет просто работой в команде. Вот о чем речь. А если он филолог? Ну что ж, мы тебе все в паралимпиаду будем играть? Филолог кто? Чем больше говнокода, тем больше стоимости фиксинга багов. Поэтому, короче, чем чаще ты делаешь код-ревью и повышаешь уровень кода, тем меньше затрат у тебя. Может, по разной точке зрения, если ты работаешь на аутсорсе, то чем хуже твой код, если он прошел прием? Главное время, которое ты забил. Да. Что такое хороший код? Давайте вот немножко об этом. Это отсутствие кода. Чем меньше кода, тем лучше. Это твой код. Ну, на самом деле, я хотел здесь поместить сферического коня в вакууме, но нашел только сферического кота. Вакуум? Это не кот. Это манул. Что, знатоки животных, я смотрю, да, действительно, это манул. Раскололи. Вот, в общем, на самом деле идеального кода не существует, и надо тоже с этим смириться. Стоп, да, вот здесь сейчас. Есть книжка «Идеальный код». У меня есть ссылка. Ага. Ну? И что, ты считаешь, что там хороший код? У Юры есть ссылка на GitHub. И что дальше? Что с ней происходит? Почти снялся бы ссылка. Хороший код определяет вот твое время жизни. Если хейтеры, гоны хейтеры, говорится. Вот, я нахейтил на Rails, а Rails хороший код на самом деле. Знаешь, есть проекты, которые живут годами. Это не мешает в них присутствовать коду, как бы, в том числе... До сих пор продолжает раздавать интернет. Да. У них вот в Виме каждый год надо все переписать. Кто-то даже переписал. Прям Мулинар говорит, зря вы это сделали. Не убили. Так что такое хороший код на самом деле? Это код, который работает все же. Хотя смею заметить, что для говнокода это тоже вполне себе действительно показатель. Да, безусловно. Только он и может. Вот. Этот код легко читать, так или иначе. Легко понимать. И легко поддерживать. Есть субъективизм, конечно. Если я написал, у меня субъективная лекция. Это все включает трем пунктом для меня. Да. Но вот он абсолютно не волочет. Например, Да я ее, может быть, наизнанку. Знаю, точка зрения хорошая. Это как решать? Надо какой-то комьюнити брать. Вот поэтому я как бы и говорю, что это, опять же, зависит от команды, которая работает над тем или иным проектом. То есть, да, ты можешь написать для себя код и считать, что он прекрасный. Но ты начинаешь работать с другими людьми с этим кодом, и тут начинаются проблемы. Значит, видимо, он не настолько хороший, его нужно просто приводить к какому-то другому уровню. Может быть, уровнем ниже по степени абстракции и сложности, да? Может быть, нужно добавить немножко китайского кода, чтобы люди понимали, о чем речь. Комменты, это логичный говнокод, и все поймут. Я так на руки ходил. Исправлял проект. Пример, вот там, где я так... Я вообще не знаю, что это такое.
истории жизни. Ctrl-C, Ctrl-V, и все заработает. Я согласен, что ты хотел делать? Я вот на бетоне. Вот есть еще такой интересный момент, тоже субъективный весьма. Вообще цикл нельзя Вот цепляясь к предыдущему пункту о понимании и как раз об индивидуальности написанного лично кода, да? Есть очень великолепный код, и вы на нее так же невозможно понять. Вот. Отлично. Он великолепный. Код великолепный, но код невозможно понять. Тебе, например, нужно с ним работать. Нам же нужно будет... Чем это хорошо? Чем он хорош? Я пример могу привести. Кусок кода, который определяет, если не ошибаюсь, код является ли высокосным или не является. И есть пример, у нас там сдвиги битов, перемножения. Абсолютно не... В нем разобраться, надо потратить, наверное, час. Видишь, просто... Отлично. Он работает как вселенский час. Код работает как часы, но чтобы в нем разобраться, нужно потратить час времени. Я миллениал, мне такое не под силу. Но он работает эффективнее, чем красиво написано. Да. Понятно. Вот тут как раз возвращаемся к вопросу поддержки, да? Вот пример тебе, Миш, пример про високосный год, да? Взяли и изменили правила, короче, високосного года. Нужно этот код переписать. Да почему не меняется? Решили, что все-таки там произошло смещение за 5000 лет, да, и нужно, короче, не каждый четвертый год, а каждый третий год теперь делать. Я уверен, любой здесь может внести такую проблему. Стас, 2000 год високосный? 2000 год високосный? А? Да, високосный. А если у тебя проект состоит из кучи кусков кода, которые каждый меняется раз в тысячу лет, но каждый из них меняется, извини, в итоге хоть какая-то из этих частей меняется ежедневно. У тебя проект из большого количества таких идеальных кусков, да? Которые каждый меняется раз в тысячу лет. Но кусков этих много. В общем, у тебя 10 тысяч кусков. На каждый день по 1000 лет. Так все-таки вернемся к вопросу о стиле кода, да? Вот тут как раз такой момент личностный. То есть почему часто сложно понимать чужой код, и когда ты видишь чужой код, он тебе кажется говнокодом, потому что ты работаешь в какой-то своей сфере понимания того, как должен выглядеть код. И, соответственно, чужой код, который написан просто немного иначе, это совершенно такой же код на самом деле, да? Он просто выглядит иначе, и ты сразу его воспринимаешь, о, говнокод. На самом деле это может быть не так. Тут, к сожалению, не видно ни хрена, да. Вот, на самом деле, тут суть в том, что здесь два... одинаковых совершенно куска кода. Но код этот я не могу читать. Я вот реально, я не могу его читать. И когда вижу такой код, меня передергивает. Вопрос, какой это язык? PHP. Погоди. Ну вот, давай, гайд по стилю PHP. Какой? У вас есть гайд? Какой гайд по стилю PHP ты открываешь? У вас есть такие гайды? Есть, много. Вот, а этот код я могу читать. Вот вся разница. При этом это совершенно один и тот же код, в принципе, без каких-то особых изменений. Ты поставь, открываешь окошко на другой строке, и тебе... Слабак и баба ты, Виталий. Зато в дотейке совершенно понятно. А вот там, кстати, первая скобочка висит на втором.
Да, потому что это функция. Мороженое? Ну и что? Так в БДЕ же можно. Так должно быть. В БДЕ же так, Кенни, у меня что-то рвется шаблон. Почему функции? Первая скобочка должна падать, а потом египетские. Почему так? Вот такой стиль. Вообще-то это не функция. Ты нормально выпускаешь? Метод. Не придирайся. Это метод. Что, у них разные штука, вот этот проект от проекта меняется на самом деле. Тут нужно понять, ты попал в проект, у тебя там есть стиль кода или там полностью все есть на коды, разные штуки. Ширина делает не ширина. Ширина тоже важна, да. На самом деле суть в том, что по проекту просто должен быть единый подход. И если ты какой-то проект приходишь, ну да, действительно, надо переучиваться, скорее всего. Еще прикол в том, что у тебя куски проекта могут быть написаны на разных языках, и в разных языках принято разные, грубо говоря, гайдлайны. Да. Например, если взять .NET, для .NET левый кусок это вообще нормально. Зато правый кусок, ну, короче, это будет очень тяжело считать. Да, надо найти. И что еще прикол в том, что... А, кстати, кусок там, из одного малоизвестного фреймворка и... Если ты еще табуляцию там поставил, то ты еще... Я участвовал в проекте, где отступ был 3 пробела. Вот, кстати, вот недавно была тема очень интересная на эту тему, да? Я тебе скажу, это китайский проект. Нет, проект был британский. И на вопрос, почему так... Сказали, что CTO думал, что Visual Studio стандартные 3 пробела и сделал как Visual Studio. И это до сих пор там так. 10 лет, про пробелы, опять же, вот недавно была затирка небольшая на тему. Что же правильно, пробелы или табы? Табы. Пробелы. Вот пробелы красненькие, да. Явно никто не ходит. Самое забавное, почему? В стандартных настройках Visual Studio там добавляется табуляция, а в гайдлайнах написано 4 пробела. Ты хочешь настраивать? Нет, это как ты заказываешь. Нет, Ну, там 2 пробела. Итак, все-таки попробуем определиться, когда вот все-таки у нас есть хороший код, и когда он все-таки превращается в говнокод. Когда пишет другой человек. Только другой человек залазит, что-нибудь пофиксит. На самом деле, просто когда можно писать проще и быстрее. Субъективщина. Совершеннейшая субъективщина, да. Ну, предположим, Лучший у нас есть программист Петя, да? И программист Коля. Перед ними стоят одинаковые задачи, да? Петя... Одинаковые пусть будет по объему, да? Окей. Так, ну да. Петя пишет быстрее. Ну да, там, использует активную копипасту какую-нибудь. Коля пишет медленнее, но использует всякие абстракции, вынос там методов на верхний уровень. А есть какой-нибудь там Денис, например, который умудряется сделать хуже, чем Петя, но при этом по времени затратить гораздо больше времени, чем хуже, чем Коля, но по времени затратить больше, чем Петя. Ну, давайте его выгоним. Вот, да. И вот тут как раз начинается говнокод. Чем у нас плохо говнокод? Ну, об этом уже, собственно, говорили, да. Дольше разбираться, сложнее поддерживать. Но, с другой стороны, если ты занимаешься аутсорсом, то правки. Чем хуже код, вот. Тем лучше. Про это я в конце скажу. Как бороться? Бить. Денег больше платить. Ну, на самом деле, просто... Да, все банально, да. Проводить свое время на рефакторинг и проводить код-ревью. Ну, помогает же. Код-ревью помогает подтянуть уровень, опять же. И вывести разработчиков на один стиль. Да. Человеку, которого я и так считаю говнокодером. Помогает всем пересраться в проекте. Хорошо сказал. Ну и, собственно... Нужен код-ревью. Нужен код-ревью? Конечно. Ну, еще один момент. Возвращаясь. Слушай, в этот слайд надо каху добавить. Инженер. Это грабли. Я понял. Да. Ну, how it works?
Не нужно бояться ошибаться, там, заниматься овер-инжинирингом избыточно, да? Просто не стоит наступать дважды на те же грабли, и все. Вот главное правило, как бы, в разработке. Скорее, не дважды, а больше, чем N раз. Вот. Ну и ладно, напоследок вам... Твоя работа, что тебе платят за это, и что теперь не называется? Ресурс, на котором можно почитать говнокод. Все, всем спасибо, да. Вопросы? Давай. Как определить, что я говнокодник? Да. Да. Ритор, смотри, говнокодник. Я никто ни разу не подарил, ты говнокодник. Анонимная просьба. Ну, никак, тут ты хотел. Вопрос простой, смотри, вот ты что-то накодил. Прошло полгода, ты вернулся к этому коду. Каковы твои ощущения? Все? Все? Нет, это скорее свидетельствует о том, что человек вырос за эти полгода. Да? 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 Совершенно верно. Это самое прекрасное чувство. Я иногда пишу сразу. Я текуще смотрю на себя прошлого и вижу говнокодера. Да. Могу ли я себя текущий посмотреть на себя будущего и увидеть технобога в этом случае? Нет. Ты увидишь говнокодера, который увидит будущее. Как бы уровень растет, но вот так и... Теория относительности. Ты говнокодер в любой точке времени. Ну так или иначе, да. Позиция наблюдателя не имеет значения. Я не знаю. Считать... То, что ты делаешь все идеально, но это, по меньшей мере, неправильно в любом случае. Ну, началось. Да, если ты считаешь, что ты не говнокодер, тебя пора лечить. Что-то вроде того. Лечить. Ну, собственно, спасибо. Да.